В офисах обслуживания «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром Газораспределение Чебоксары» прошли дни клиента. Вместе с абонентами в клиентском центре Новочебоксарска побывала и наша съемочная группа. Руководители структурных подразделений и специалисты ответили на вопросы абонентов, консультировали по подключению к дистанционным сервисам, проведению технического обслуживания внутридомового газового оборудования и дегазификации. Мы проводим мероприятие, на котором руководители клиентских центров и наши специалисты отвечают на вопросы наших абонентов, дают консультации, рассказывают о возможности дистанционных сервисов, консультируют наших потребителей по вопросам подключения личного кабинета и мобильного приложения. Мы благодарны нашим клиентам за то, что они своевременно передают показания приборов учета и производят оплату за потребленный природный газ. Личный кабинет – это экономично и удобно. Оплата производится без комиссии. Рассчитаться с ресурсоснабжающей организацией можно, не выходя из дома, а также проверить заодно состояние своих счетов и передать показания приборов учета газа. Очень удобно будет смотреть, просматривать, передавать показания счетчиков. А также я буду знать, сколько мне нужно заплатить в следующем месяце. Очень удобно. По итогам дня в личном кабинете зарегистрировались и скачали мобильное приложение 800 абонентов. Вновь подключившимся вручили памятные подарки. Также специалисты провели более 3400 консультаций по актуальным вопросам. Раздали больше 4000 информационных листовок и буклетов. В компании постоянно внедряют эффективные методы взаимодействия с клиентами. Абоненты довольны обслуживанием. Электронная очередь очень удобная. Приходишь, быстро все обслуживают, уходишь. Такого очереди нету. Также клиентам рассказали о весенней акции. Среди абонентов, которые своевременно оплатят счета за поставленный природный газ и передадут показания в установленные сроки через личный кабинет или мобильное приложение «Мой газ», будет проведен розыгрыш призов. Подробности об акции «За газ в ЛК заплати и подарок получи» можно узнать на сайте компании. Милена Алексеева, Борис Андреев, Республика.